Депутаты областного маслихата продолжают внедрять новый формат взаимодействия с жителями села. Был проведен ряд видеоконференц-связи с акимами сельских округов Шалкарского, Айтекибийского, Байганинского, Алгинского и Иргизского районов. Так, жители Иргизского района волнуют строительство жилья, школ, библиотек, газопроводов и дорог. Многие жалуются на плохой интернет. А в Байганинском районе актуальные вопросы жилья, спортобъектов, газа, детских площадок, проблемы молодежных кредитов, восстановление речных дамб и очистных сооружений, капремонт школ, детских садов, дома культуры в одном из сел. Ряд вопросов был поднят в Алгинском районе. Это ремонт дорог, строительство подъездных путей, газа, водоэлектроснабжения, спорткомплексов, школ и детсадов, газовых котельных, капремонт домов, культуры. Кроме того, жители жалуются на плохое качество интернета и мобильной связи. По итогам конференции депутатами были внесены